Недра Якутии, технологии севера, а также IT и телекоммуникации. Завтра стартуют сразу две межрегиональные специализированные выставки «Сахапромэкспо» и «Информационные технологии телекоммуникации и связь». Оба форума займут площадки спорткомплекса «50 лет Победы». Свои проекты и продукции представят более 50 компаний, как из Якутии, так и регионов страны. Также в рамках деловой программы пройдут мастер-классы, презентации и круглые столы. Будет интересно и специалистам отрасли, также простым жителям города Якутска. Мы все с вами знаем, что 2015 год ознаменован годом предпринимательства в Республике Саха-Якутия. И я считаю, что и специалисты могут почерпнуть для себя что-то новое и найти новый виток развития своего бизнеса. И также начинающие предприниматели или те люди, которые хотят заниматься своим бизнесом, они могут прийти на выставку, посмотреть эту отрасль, найти ниши, найти свои возможности, обменяться опытом и, возможно, даже в следующем году открыть свой собственный бизнес.